Спартакиада молодежи Кубани проходит уже третий год. Участие в ней принимают представители всех районов края. Соревнуются как профессионалы, так и любители. Выявить лучших теннисистов в Сочи приехало 7 мужских и 6 женских команд. Соревноваться спортсмены будут в одиночных и парных разрядах. Они выступают за свой район и приносят в копилку района очки. И потом по итогам всей спартакиады, всех видов спорта будет выявлен победитель Краснодарского края. Каждый год среди лидеров – сочинские теннисисты. Но, тем не менее, уровень подготовки спортсменов в других районах тоже растет. С каждым годом выигрывать в соревновании становится сложнее. Сегодня сочинцы опять фавориты. Появился и принципиальный соперник. Ну, у нас, как правило, финал обычно с командой Краснодара. Ну, в те годы нам получалось их выиграть. Не знаю, в этом тоже постараемся. Победители краевой спартакиады отправятся защищать честь Кубани на соревнования федерального масштаба. Соперничество с сильнейшими теннисистами со всей России сочинцев не пугает. В прошлом году на всероссийском турнире нашим землякам удалось занять 4-е место. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.